меня как глину и возьми меня как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Возьми меня как глину и возьми меня как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Через кровь.
со мной. Он мой герой, Иисус герой. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Мы верим в Бога, который творит чудеса. Аминь. Знаете, мне сейчас пришло в духе, если есть какой-то неразрешенный вопрос, может быть, у кого-то есть еще родственники, которые вы не уверены в том, что они приняли Иисуса Христа, приняли спасение. Просто увидьте их глазами Бога, увидьте их омытыми. Не то, что мы видим, а глазами Бога, они спасены, они сидят с вами, говорят об Иисусе, молятся с вами. Бог наш, это Бог есть чудес. Вы знаете, если у вас есть какие-то дела, которые незавершенные, и вас это гложет, просто представьте глазами Бога, попросите у Него видения. Прямо сейчас увидьте это. Если есть какая-то гора, какое-то препятствие, вы боитесь, что вы не сможете это пройти, как вы с Иисусом проходите уже. Прямо сейчас Бог дает видение. Он дает откровение о том, что ты не один. Я с тобою. Я двигаюсь с тобой. И нет ничего непреодолимого. И если мы скажем горе сей, если мы скажем смоковнице, как Иисус говорил, у нас есть эта власть, потому что Иисус с нами. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, за то, что ты с нами. Спасибо за то, что мы не одни, за то, что твоя благодать, она нам дана для того, чтобы мы творили невероятные вещи. Она нам дана для того, чтобы мы побеждали любой грех. Она нам дана для того, чтобы мы были всегда в свободе. Боже, в свободе от греха, от мыслей каких-то плохих, от свободе, Боже, Господь, от каких-то зависимостей, свободе, Господь, зависимости от человеческого мнения. Боже, мы благодарим Тебя за это время, когда Ты, Господь, с нами. Мы благодарим Тебя за то, что Ты говоришь каждому из нас, за то, что Ты ведешь каждого из нас. И мы молимся во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Давайте поблагодарим нашу группу прославления. Давайте помолимся за детей.